Батареи еще холодные, а некоторые армавирцы уже теоретически платят за тепло. Правда, квитанции к ним придут в конце октября и за полный месяц. Речь идет о жильцах многоквартирных домов, где нет приборов учета. С вопросами о законности таких расчетов армавирцы звонят по телефону горячей линии РЕН-ТВ. Ну, смотрите, вот сейчас эта сама температура воздуха 23 градуса, да? Угу. А с первого часа начинается отопительный сезон. Почему? Когда жара, так они тоже не топят. Почему отопительный сезон начинается вот именно с 1 октября? В Армавире 190 многоквартирных домов, где жильцы не торопятся устанавливать счетчики тепловой энергии. Именно для них существуют расчеты по нормативу. Законодательно это закреплено 306-м постановлением правительства Российской Федерации от 2006 года. Для этих потребителей расчет осуществляется с 1 октября по 30 апреля одинаковыми суммами в течение 7 месяцев. Польза людей в данном случае рассматривается в том плане, чтобы планомерно оплачивать данные суммы. Почему? Потому что если их приводить к температурам, то в какие-то месяцы эти суммы будут очень большие. Так он знает, что у него должна быть такая-то сумма оплачена в этом году и может ее, будем говорить, планировать в зависимости от своего финансового состояния. Принципиальная разница между теми, кто платит по нормативу и счетчику, в том, что первые каждый месяц отдают фиксированную сумму вне зависимости от температуры за окном, а вторые платят намного больше, когда на улице минус 15 и меньше, когда, например, плюс 5. В некоторых более холодных регионах России плата за отопление по нормативу и вовсе растягивается на 12 месяцев. Что касается начала отопительного сезона, то армавир к подаче тепла готов. Был произведен ремонт котельных, а в некоторых районах города и инженерных сетей. В соответствии с законодательством, 354-м постановлением, принимает решение на начало отопительного сезона администрация муниципального образования, которая своим приказом, своим решением определяет начало. Естественно, она оговаривает условия, по которым начинается отопление для, будем говорить, социальных объектов и многоквартирных жилых домов. Как правило, эта сноска делается на температуру в течение 5 дней среднюю, ниже 8 градусов. О сроках начала отопительного сезона пока говорить рано. 8 октября – это первый день осени, когда дневная температура не поднялась выше 10 градусов. Хотя, учитывая долгосрочный прогноз синоптиков, период горячих батарей не за горами. К слову, в прошлом году тепло в больнице и детские сады начали подавать 8 октября. А многоэтажные дома вошли в отопительный сезон в период с 19 по 24 октября. Ирина Рухлядко, Артур Карджанян, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.